Доброе утро, друзья. Вот вы видите, тут такой трачок большой, он уже опустошен. Вот там на конце у него такой погрузчик стоит. И этот трачок привез наши... Я использовал слово плиточку. Вот в прошлый раз меня жена поправляла. Какая же это плиточка? Плиточка кладется на цемент. Вот. Это, ну, я не знаю, вот брусчаткой тоже не хочется называть. Хотя как раз кладется оно именно как брусчатка. Вот такие бетонные. Ну вот английское слово pavers. Эти pavers, они кладутся на щебенку. Потом сверху это присыпается песком. И вот песок забивается в щелки между кусочками. И вот так оно лежит. Сегодня так относительно пасмурно еще, ну правда. Еще утро. В любом случае нет такого солнца яркого, что мне сложно снимать. Снимаем мы легко. Вот тут слышите звук, это мужики, значит, лопатами раскидывают гравий. Да. А вот этот кирпичик-то, вот он тут лежит как бы образчик.